Сәлем алейкум, достар. Біз сіздермен құдайым бұйырса, екінші подкастымызды тартып отырмыз. Подкаст қысқаша, нұсқаша айтыш керек болса, өте көп шыға-шыға душар болбой, жақсы бір қонақты шақырып, оны менен максимально пайдалы мағлұматты бөлісуге ориентированный бір сіздермен бір интервью болады. Бүгін біздің қонақта отырғандар Наргиза деген бір қарындашым бар, Наргиза ханым. Наргиза ханымды мен өткенде Алматыдан форумдан таныштық, ә? Наргиза ханымды ошол жақтан таныдым. Маға, біздің елдің ішінде шындығында аябай жақсы қызықтуу личностьтер жагат та. Мисалы, Наргиза ханымды, Наргиза қарындашымды мен неге бай подкастқа шақыруға қызықтар болдым? Болғанда да бірінші подкастқа Наргиза ханымды шақырайын деп отқам. Анткени Наргиза біріншіден аябай жаш қыз. Егер де Инстаграмда өзі ашық-ашық жазған емес болса, жашын айтпақ емесім, жашы 21-де, бұл біріншісі. Екіншісі, өзіңіздер де көріп тұрасыздар, иманда, динде болған қыз. Үшіншіден деген Wildberries-те бизнес қылады. Төртіншіден деген үй бөлелі, бала шақасы бар, тойс, кішкентай бөбекті қарайды. Ошол эле учурда обучениени кылат. А менин эң көп баалаган нерсем эмне болду? Ушундай модельдеги кыздар жөн эле үйдө отура албай, өзүнүн аракетин кылып, өзүнүн карьерасын, өзүнүн бизнесин түптөй алат деген бул мен үчүн аябай жакшы бир модель болду да. А бул Наргиза ханымда 40-чу жолу чакырышмада эң чоң себеп болгон нерсе, Наргиза подкаст кылбайбы десем, мен азыр Индияда бизнес турда жүрөм деп айтты да, бул мен үчүн вау болду да. Ошончо түйшүктүн арасында ошо Индияга бизнес турга, бизнес саякатка барган андыгы чындыгында мен оюмча көптөгөн биздин кыргыз кыздарыбыздын карындаш эжелерибиздин таанышкысы келген бир личность болсо керек дейм. Индияга өткөндөн мурун Наргиза, сен кыскача өзүң жөнүндө айтып кетсең, анткени Наргиза ханымдан башка мен дагы сен жөнүндө билбейм да. Чынын айтканда, кандайсыздар урматтуу көрүүчүлөр, чынын айтканда менин атым Наргиза ханым эмес, Наргиза эле. А, хорошо. Просто интереснера кызыктуу болсун деп ошентип страничкамды атагам. Өзүм именно Бишкектен болом, Бишкектен Новопокровка деген айылынан. Хорошо. Прям вот так, да, начинаем. О, жөнө сүйлөшө турабыз. Сонун контент чыгат буюрса. Новопокровкадан мектепти окуп, кийин шаарга турмушка чыккам. 12-чи микрорайонда жашайм деп айтайын, ачылдың керек жок. Бирок түшүнгөнүм боюнча кыргызчаны такалып-такалып сүйлөйт окшойт. Эгер кыргызчаны кыйналып сүйлөп атсаң, аны орусча аралаштырып сүйлөй берсең болот. Мен үмүт кылам, биздин көрүүчүлөрүм түшүнүү менен кабыл алат, анткени кыргыздар эмне орус мектепте окугандар бар, же болбосо албетте мен билем, сен кыргызчаны деле үйрөнүп келе атасың, бирок ошол эле учурда баягы өзүнүн оюну орусча дагы да жакшыраак жеткиргендер болушу мүмкүн, андыктан проблема жок. Вот. Мен юридический кыргызский российский славянский университетине тапшыргам. Андан кийин как раз биринчи курстан кийин турмушка чыгып, бир жылдан кийин балалуу болгом. Кызым азыр 1 жаш, 8 айда. Аллах өмүрү менен берсин. Рахмат. Вот. Именно славянскийде окуганда, юридический факультетте окуп, мен түшүнгөм да, өзүм үчүн юриспруденция менин тармагым эмес экенин түшүнүп, ошол учурда өзүм эмнени каалайм, ошол суроолорду өзүмө берип баштагам да. Круто. Бул жашоодо, оказывается, важно, чтобы человек сам для себя задавал правильные вопросы. Топ-тара. Что я хочу, что будет в итоге, что я принесу для этого мира деген суроолорду бердим өзүмө. И после этого я решила, что юриспруденция меники эмес деп. Ошол кезде как раз балалуу болуп, юриспруденциянын пока что токтотуп, заочныйга тапшырып. Ну так, заочный все-таки как-то чуть-чуть несерьезно. Вот. Балалуу болуп, декретте уже там сразу начинается у женщин: нахожусь в четырех стенах, мне тяжело, ребенок плаксивый, все-таки бала чоңой туш, это оор жумуш, оор туш. Анан ойлондум да, декреттен кийин эмне кылсам болот деп, же болбосо азыр ошол нерсеге
барыш үчүн кийин сразу баштабай азыртадан дайындалып эмне кылсам болот деп. Как раз балам уже чоңоюп калганда бир аз уактым болгондо ошол нерсеге бир кадам ташташым керек болду да. Именно өзүмдүн кызыктыручу сфераларыма. Мен баштаганым ар кайсыл курстарга барып баштагам. Так. Мисалы? Мисалы швейный производство кантип жүргүзүш керек. В целом ателье кийим тигүүчү болгондо, именно не швея, а именно ателье болгондо кийим краитетип конструктор модельер. Конструктор модельер, да, вот. Далее, ну мен бир-эки жолу өзүмө бир-эки кийим тигип, анан карасам аябай мындай оор нерсе экен, идеально кыла албайт экем. Так. Потом түшүндүм да, что это не мое, пошла дальше. Өзүңдү издеп баратасың пока что. Издеп баратам, как раз декрет, издеп баратам. Далее пошла на курсы СММ, потому что муж попросил помочь ему. Инстаграм в целом менен эмем да, жаш болгондон кийин Инстаграм, публикация, соцсети, все это очень интересно было для меня. Я согласилась ему помочь, потому что в целом, помимо того, чтобы просто блог вести, меня интересует, конечно же, помочь мужу. И это тоже его было начало, да, начало его бизнеса. И с чего начать? Деген вопрос келгенде, я ему сразу предложила надо с Инстаграма начинать, потому что азыр социальные сети, онлайн, это самая сильная маркетинговая площадка. Да, площадка. Вот. Создала для него аккаунт, отучилась я где-то неделю всего лишь. Курсы прошли, в принципе, эффективно. Ну, прям как такового желания работать, зарабатывать на этом у меня не было. Но немножко я уже зарабатывала в декрете на этом, потому что как-никак хотелось быть независимой. Потом, в принципе, я уже сейчас, на данный момент, помогая мужу, мы набрали там 18 тысяч живых подписчиков, вот, реальных. И у нас уже дела идут, иншалла, в гору. Все хорошо. Вот. Но в этот момент я поняла, что мне это, в принципе, не приносит прям тех средств, которые бы я хотела, чтобы осуществить все свои мечты, желания. Вот. Затем я пошла к своему уклята, да, или уклята, крестный отец, или как это сказать? Бездеми уклята, да. Вот. Пошла, и он мне предложил, чтобы я заинтересовалась темой маркетплейсов, потому что он заметил, что я интересуюсь одеждой, то, что отучилась на курсы текстиля, да, скажем, и интересуюсь онлайн-платформами, и он понял, что это мое, сказал, давай, короче, иди попробуй. То есть конкретно Wildberries тайт тоже делали онлайн маркет? Конкретно Wildberries тайт ты, потому что у него как раз был магазин, реклама в КТ Захра Муслима деген магазин бар. Окей. Советский, московский, да. Вот, ошол кезде мага айтты, Wildberries азыр аябай өнүгүп атыпты, сен билесиң бул эмне экенин деп. Мен болсо, биринчиден, интернетте көрүп жүргөм, прям таки не вдавалась в подробности, думала, что ой, кайдагы бир сетевой окшойт деп эле. Бардыгы сетевой дешет. Хорошо. Просто пролистывала, в принципе, ну, бир-эки сөз угуп калгам да, анан ал айткандан кийин все-таки это человек серьезный для меня. Что-то серьезный нерсе окшойт деп, начала этим интересоваться в онлайне. Вот. В интернете всю информацию пробивать, что это такое. И часто горб палат получим раньше деле. Элдер мен миллионер болдум, анан тиги, анан будусе. И ничего себе. Именно Wildberries да? И как были окшойт деп болгом да? Хотя азыр өзүң деле миллионерсиң. Вот, как были окшойт деп жүргөм да? Кийин анан как раз өкүлөттөн айткандан кийин курс издеп баштадым. Жакшы бир Wildberries VIP деген организация
как раз жаңы өзөрде жаңы ачылып примерно бир жарым жыл иштеп баштаган экен. Как раз анткени Кыргызстанга жаңы эле келген нерсе экен. Как раз карантинден кийин бул нерсе аябай өстү. Wildberries Marketplace деген тема аябай элди кызыктырып баштады. Как раз ошол кезде мен Wildberries VIP деген команданы тапкам. Алар мага именно өзүнүн серьёзный подача по полочкам структурированно бүт деме кылышты да. Предоставили программу обучения. В принципе, мен деле өзүм мындай адамдарды көргөндө серьёзный, несерьёзный, до конца жеткирип береби, кандай результат мага алып келип берет, в принципе, көрүп эме кылам да. Анан ошолор курска жазылдым, декабрда жазылып. Декабр кайсы жыл? 2020? 2021. 2021. 2021. Хорошо. Ой. 22-нын башы болуп калат да. 2021. Ага. Туура. Ошондо мен декабрга жазылып, февралга туш келип, февралда окуп калдым да. Ой. Ну да, у них мест не было. Февралга жазылып калдым да. Вот. Анан болсо курс болсо өзү эле бир жумалык болчу. И отдавать за эти курсы $250 для меня было, за недельные курсы по 2 часа для меня было, о боже, как это дорого. Лучше, да? А на самом деле, оказывается, надо вкладываться в свои знания, в свое обучение, развитие, чтобы по итогу быть успешным человеком для айткоин. Хорошо. Тура ли тура? Пошла в талоны. Ошо курстарды окуп бүттүм. Анан в принципе, башында өзім ишенечим жоқ болчу. Потому что өзімді жаш сезгем. Мен оқып жатқанда ал жақта бүт эле производителдер болчу, швейный производителдер болчу. Аларда бүт бар арзан, алар текстилді аралашып жүргөн, модельдерді билет, качествоны билет. Мен ал кезде даже качествоны билбейт болчу. Вот. Анан ошону қарап, алар бүт производитель экенин карап, то что мен бул нерсеге прям качествону жакшы билбегендиктен решила сначала попробовать выйти на marketplace Wildberries. Решила выйти кухонной утварью, прям так называется. Круто. На marketplace так и называется, категория кухонная утварь. Ага. Так, поэтому финто это там. Это были разделочные доски, но я еще решила добавить немножко кошельков, ну, по чуть-чуть дели, даже вспоминать стыдно, просто для пробы. Практика кулкарышу шын керек болды. Ола, бирок мен ойлогомда, ой, буларды сатып кетсем, там, вау, круто болот деп, но оказывается, было очень много моментов, которые я упустила. Количество, в первую очередь количество, во вторую очередь анализ. То есть количество дегенде сен кетирген каталардын бирөөсү количество болду, да? Эгер детальный түш керек болсо кандай маанинде? Аз жөнөтүп алдың же слишком көп жөнөтүп алдың ба? И көп аз жөнөтүп алгам, аз жөнөтүп алдым. И расцветкаларын көп кылып салгам да. То есть ширина чоң, глубина жок. Глубины нету, да? Ясно. Аналитика у меня хромала. Ага. Вот. После этого я решила пройти еще пару курсов. Не буду озвучивать у кого. Джамон Белин. Джо, Джакшили Олчу как раз таки. Но Азера Лукт пойдет уже далеч, поэтому можно и озвучивать. Шиндим. Вот. Анкен Алгиши, Азер уже полностью уже кабинет не уже нарнаган. Лукт пойдет. Вот, в принципе, озвучивать не буду. Хорошо. Вот. Прошла у него пару консультаций. В принципе, это мне дало какие-то сдвиги. Потом я решила немножко у него обучиться. Вот. Именно те моменты мы разбирали, в которых я хромаю. Потом мы все-таки решили выйти одеждой. Но на тот момент я все-таки решила сделать это одна. Сказала, я должна сама попробовать. И плюс его услуги тоже стоили дорого. Это был мужчина, хотя бы, да? Вот.
я поняла все свои ошибки, и основываясь на этих ошибках, я уже решила выйти одеждой, потому что мысль о том, что на курсах мы обсуждали одежду, женщины, с которыми я обучалась, все занимались одеждой, и я такая, ну почему такие элементарные вещи я не замечаю? Так, решила одеждой выйти, но в этот раз я вышла хорошим количеством, вот, хорошим количеством, хорошей категорией, ниши. И у меня, иншалла, получилось. Хорошее количество, да, дегенде канча штук? Это было 600 штук. А, хорошо. Бул уже жакшы. Да, 600 штук школьной формы. Ты айтсам болот. Да. Ну, я в этот момент не учла чуть-чуть сроки того, чтобы пока доедет доставка. Все форс-мажоры я не учла. И в августе, к 1 сентября уже отправляли. В августе, получается, карго задержалось на границе Казахстана. Где-то 20 дней мой товар не ехал, просто стоял. И я чуть-чуть сезоном проехалась. Вот. Туғандар, ұшындай момент барда, егер де сезонный товар мен іштей тұрған болсаңыз, всегда запас менен болуш керек, да? Анан менің ұсынышым, егер де бірінші жолы Wildberries-ке шығып жатқан болсаңыз, сезонный товар менен емес, біраздағы сезонный чоңырақ товармен шықсаңар, жақсырақ болады. Өйткені арқаны форс-мажор жағдайлар болып қалады. Бұл форс-мажор жағдайлардың кейбірлері біздің қолымызда болмаған нәрсе, да? Қазақстанның граница жауып қойса, екі өлкенің ортасындағы кейбір проблемаларды ұмытам. Бұған барып ашып қойған жоқ, менің товарымды өткіріп қойған дей алмайсыңар, е товарыңар қалып кетеді. Ошондықтан же біраз запасменен срокпен шығыш керек, же болмаса все сезонный товарлармен шығыш керек. Азыр мысалы Наргиза ханымның да ең чоң кетірген қаталарының біреуі походу ұшыл, да? Школьный форма сентябрьге жетіп барыш керек, августа жөне түшкен, бірақ границаны ұлам, сезонға жетішпей қалған тұра. Насколько я для себя проанализировала, вы должны выходить на маркетплейс какой-то категорией за 2 месяца до сезона. Вы должны это подготовить. И за 1,5 месяца до сезона вы должны отправить, вот это минимум, да, за 1,5 месяца вы должны отправить товар уже. Вот, поэтому на весну тоже азыр, жетишіп қалам десеңіздер, вот азыр как раз момент уже дайындап жетишкенге аракет қылыңыздар. Жазға десеңер, азыр қышта уже баштағылы деп, азыр қыштауызда. Итагеля, дордайдығы біздің аптовиктерің бардығы қышында жазға, жазында жайға, жайында күзге дайырдан шаптарау. По ним можно просто ориентироваться, потому что в целом дордайдале Россияға, ладно, еще чуть-чуть Казахстанға дале ориентир қылып товарларын дайындайды. Всегда бір сезон алдынан кетшеді, да? Круто. Ана? Вот. Бұл, получается, школьная форма сенің бірінші игілікті кейсің, ә? Ошол сенің, ох, мен Wildberries-ін ақша тапсам болады екен деген. Болады екен деген мен, да? Ал ұшырда, мен жолдошымнан ақша сұрағандан аялай тартынғамда, потому что это были не маленькие деньги. На Wildberries нужно вкладывать не маленькие деньги. И в целом у меня не было уверенности в себе, и он видел это. Но все-таки все равно, он же мой муж, он решил, давай попробуй, у тебя получится, да, поддержка берды. Иншалла, и у меня получилось. Вот. Моментін пайдаланып тұрғандар, Наргиза ханымның жолдашына танымасам деле рахмат айтам, азамат екен. Анткені шындығында өзімнің деле чөйремді толтыра баяғы потенциалы бар, қолынан іш келген, адал чөйреде өзінің қызыққан бір жұмышын жасайыла тұрған толтыра қыз келіндер, аялдар бар да, бірақ өте-өте тілекке қаршы жолдаштарының бұт тосып қойғандығынан ұлам, жолдаштарының сөзінен шықпаған үшін әлбетте аял кеші әдебінен ұлам шықпаш керек, бірақ не солғандыдыр өздерінің потенциалдарыны баяғы аяғына шейін қолданылмаған қыз келіндер, аялдар бар да. Бәлкім Наргиза ханымның шақырғанының бір себебі де ұшылдыр, да? Я думаю, в первую очередь свой потенциал нужно показывать мужу. Вот, лайфхак. Да, чтобы он мог в вас поверить. Потому что я понимаю, что каждая женщина, балалу болгоннан кейін, ал мындай айтқанда чолок болып қалады. Именно финансовый жақтан. И обязательно именно я про женщин в декрете говорю. Вам нужно показать свой потенциал мужчине, то, что у вас должно получиться, вы должны аргументировать свои, так сказать, желания. Так. Вот.
и результаты, которые, иншалла, могут быть, да, хоть как-то их обосновать. И обязательно важно взаимопонимание между мужем и женой. Круто. Отлично. Вот. После того, как он увидел, что, в принципе, это очень классно, он решил уже с головой отдастся в это. Сразу, а ханча доля бересен, да? Ханча доля бересен, да, сразу. Ну, в целом, уже доля, да? Так, она. Пошел, она болгон пучарагетн менің ішіме жұмшады. Ага, молодец. Вот. Азыр болсо, шүгір. Отлично. Бұл, получается, сенің бірінші успешный кейсің. Бірок, сен школьная форма менен баштап кеттің бе? Мысалы, бір-екі жол ұшыл разговор болды, да? Школьная форма сезонна емес, ал деген жыл ішінде дәлі сатылы өрет әткені. Орыстар балдарына жыл ішінде дәлі. Мысалы, біз қарапайым қырғыз айылда чоң ойған жаш балдар. Бай, жылдың башында бір форма алмаз, жылдың аяғына чейін тапит етеміз да. А бірок, Россияда дейді, айына бір-ек айда дәлі бір алу өрет, ошан үшін сатылы өрет деген сөз бар. Вот как раз из-за того, что я была в таком же мышлении, я думала, что я прогадала сезоном, но у меня еще чуть-чуть было времени. Ноябрьичи. Было время чуть-чуть, чтобы распродать. Я говорю про сезонность не только про то, что это школьная форма, а про толщину вещи. Брюк, это были брюки, кстати. Так. Вот, толщина брюк, так. И это же очень важно, потому так. Что уже холода наступали. Ага. Вот. И вот из-за этого я говорю, что сезоном я думала, что прогадываю, но как-никак в помещении, в принципе, уже на то время можно было носить. Вот чуть-чуть мне удалось схватить, так сказать, кусочек сезона. То есть, сенің шығарған шымдарың ошондан біраз ткань қалыңырақ болчу? Жоқ. Же наоборот па? Наоборот. Жұқарақ болчу, да? А, жұқарақ болчу. Из-за этого мен сезонға кетшіктім деп қорқтым, но помещенияға кейір еткен деген. А, түшіндім, круто. Азыр, получается, сен деген бір жыл ашығырақ қылайық бар ішінде штат тұрсың, да? 2022-нің башы десек, азыр 2023-нің башы. Бір жыл, екі ай, но именно к результату я пришла только в августе месяце. Ну, в август-сентябрь месяце. Вот. Тоже айвай жақсы нәрсе айтты да, мен ойыма келген емес, бірақ мысалы Наргиза ханым деген февральда баштаған, февральда курсқа қатысып бастаса, августа жиынтық, бірінші жиынтық көріле бастаса, значит, ортада бір 7 айлық уақыт бар, да? Подождите, сейчас тут нестыковка произошла. Почему? Потому что мен сезонға кетшіп, сентябрьге кетшіппін. А, даже. Октябрьда сен жиынтыққа шығасың, да? Анда февральда баштамасын где-то бір 10 ай, да? Да. Вот. Бізде бая психология бар емес, резкеле шығара қалайынан, резкеле ақшаны мүнтіп есепте баштайын деп, ошол тура емес. Wildberries-ле қадымгіле бизнес болған үшін, анда қадымгіле товары жөнелтесің, ортада уақыт өтеді, товарды өндіресің, уақыт өтеді, товарың оборотқа шығып, қайра отдача келгенге чейін, выхлоп келгенге чейіндері уақыт өтеді. И ошол уақытты жеңген адамдар, бәлкім игілікке жетеді, да? Мысалы, Наргиза деремне 10 ай бойы ошаның арқасынан шырқап, ошаның арқасынан мейнет қылып отырды, да? Андықтан достар, егер игілікке жетем десеңер, бат жеңіл жетіп қалышыңар біраз қиынырақ болушы керек. Болып қалса қандай соным, болбай қалса маңайыңар шөгіп, мотивацияңарды жоғалтпауға болады деген сөз, да? Азыр бір жылдан бері дағы еле школьный формамен іштеп жатасың ба, же басқа нишаларды көрдің бе? Офисный одеждаменен іштеймін в основном. Ага. Вот. Что еще сказать? А, түшіндім. Получается, школьная немене нишаны біраз өзгерттің дағы, азыр деген. Да, как-то офис болды, да. Аялдардыққа дағы ле. Да, в основном башынан еле брюки тоже были. Не прям школьная форма, это было для подростков, поэтому это для девушек, которые в университет или на учебу в офис. Ой, в офис и на учебу можно было носить. Біраз бір-біріне жақын товарлар болчу екен, да? Я так сориентировалась, чтобы это охвачивало не только конкретно что-то, да, допустим, брюки для полных женщин, например, да, а именно чтобы и там, и там. Я увеличила свою целевую аудиторию, да, дайте айтқан, да. Ага, круто. Ошел аракет, ошел мақсат менен, ошел нишан таңдағым, да. Как раз, достор, бізге деген сұраулардағы келген, да, Наргиза ханымға. Азырқы теманы ұтырлай, бізді деген Абылова, Гүлзада деген қатталу чуыз, қорқу болған бұ деп сұрауадады, да? Әлбетті, қорқу болған.
в первую очередь не оправдать надежды мужа было. Так. Потому, даже не было страха того, что я деньги не верну, не было страха того, что я не заработаю, не было страха, что я не оправдаю свои надежды, а в первую очередь меня волновало, что он во мне разочаруется, и дальше, можно сказать, больше я боялась его разочаровать, ты или вы. Вот. Видеоны көріп отырған еркектер бар өзінің құлағыңызға көмекші сырға болсын, да? Мұндай мәселе бар, да? Еркектердің ең жақшысы аялдарына ең жақшы мәміле қылғаны дейді, да? Аялдар өз бізге көп нәрсені білдірбеші мүмкін, эмоцияларын жасырышы мүмкін, бірақ ішінен біздің доверияңызды жоғалтып алғандығы, жа біздің көзімізден түсіп қалғандан қорқыштары мүмкін. Ошондуктан эмне қата қылса деле, қандайдыр бір жұмысқа кіріссе деле, егер де қылып жатқан жұмыстары мыйзамға қарсы келбесе, сіздердің жеке жашауыңызға қарсы келбесе, анда еркек қатар ошоның арқасында тұрып бергеніңіз, біз еркектерге дағы мындай тура болса керек деп ойлаймын. Анткени еркектің жақшысы аялына ең жақсы мәміле қылғаны деп бекерден айтылбаса керек. Наргиза ханым, мысалы, жаңа сен бір жерде Wildberries-ке кіріп жатқанда шынында көп ақша керек деп айттың, да? Анам бұл жерде талант Талғарт деген бір жігіт мынтип сұрады да. 50 мың сом менен қантеп жаңа эмне сатып бастасам болот деп сұрады да. 50 мың сом өте аз бюджет, анткени 40 мың сом только регистрация поставщика стоит. Помимо этого, у вас есть расходы на открытие ИП или ОСО. Ошол менен эле сиздин 50 000 сомуңуз куруп кетиши вероятно, да? Вот. На Wildberries 200 000 сомдон ашык бюджет салыш керек, помимо регистрации. Жана дегенде, сиз курска окушуңуз керек еще. Вот. Ушундай эмелер бар, моменттер бар. Ушундай моменттерге келгендечи, мен акча маселесине келгендечи, мисалы Талант Талгарт деген биздин каталогчу, мен өмүрүмдө биринчи жолу атын угуп атам да, анан чындыгында көп консультация бердим, жооп бериш мындай обобщённо баарына жарай тургандай бир жооп бериш аябай кыйын болот да. Анткени силердин атыңар деле билебиз, бирок башка эч нерсени билбейбиз. Мисалы көп болду мага консультацияга келет, анан менен көп сүйлөшүп отургандан кийин бюджеті қанша, өзінің үй бүлөлүк жағдайы қандай, айлық расходтору қандай. Мысалы, кейбірлер болады, алар маған айтып келеді, 50 000 сом ақшам бар, жолсе 500 доллар ақшам бар. Ал бірақ жас жігіт, үй бүлесі жоқ, көр құрсағын тойғызса, бір жерде барып жатқанға места тапса болды. Ал мен айтам, сен бұл ақшаңды запасқа жөнін өзіңнің проживанияңа қылдағы, анан деген біреулерге менеджер болып іште. Қылғаным саға, үйренгенім маға. Анткені менеджер болып іштей тұрған болсаң, Wildberries-те ішкі кухнясының практикалық негізде үйренгенімге бұл ең жақсы мүмкіншілік. Анткені азыр Наргиздің айтқандай, Wildberries азыр жөнін регистрацияның өзі 40 мың болатады. Анан деген обучениені өткенің жақшырақ болады. Анткені көп қаталарды кетірбей, сразу ле баяқы жиынтыққа шыққанға батырақ қадам болады. Арқада қалған 10 000 сомменен азыркы учурда по сути эч нерсе кыла албайсың да. Бирок бул деген сөз Wildberries-тен узак тур, узак ойно деген эмес. 50 000 сом бюджет деле жетмек негизи. Но это по системе ФБС болмок да. Но ФБС системасынан иштегенден көрө сиздер менеджер болуп производителдерге, которые оптом работают, в больших количествах могут себе позволить работать. Сіздер ошолорго жардам берип, ошолордо менеджер болсоңуздар, сіздерге ыңгайлуурак болот. Анткени именно оптовка, крупное количество, жана аналитика именно по системе отправки в Москву, у вас было бы больше, появилось бы больше опыта. Дұра. Бұл мәселеде Наргиз ханымның айтқандарына қосымша ретінде тағы бір нәрсені айтып кеткім келеді да, достар. Видеолардың астындағы Инстаграмға келген директке хаттардан оқыған баяғы пікірлердің арасында мындай бір тарыны черетінде мен деп жатта, Wildberries-те жаңа байлардың бизнесі тұрбайбы, ақша болулар эле кіріп қайыр эле ақша табат тұрбайбы, бізге ошоған қарапайымдар ақша таба албайды тұрбайбы деген бираздагы тарыныч, бираздагы үмітсіздік аралашқан кейбір пікірлер болот. Достор, буга толугу менен кошулбайм.
Неге қошылбайым? Аткені адам деген бір нәрсенің вықыт жоқ деп тұрып ойлағанда, вықыт жоқ екен дегені түсінеді дағы, то есть өзіне қаул алады дағы, аның өзіне оправдание іздей бастайды. Біреу жөнінде, біреу менен вайлперсте сөйлесіп жатқанда дағы, ал жаңағы ақшаларын іші дейді. Бірақ қашан адам шындап қаласа, жаңа ошол мақсатына жетем десе, анда деген дағы көп вықыт іздей бастайды да, қантып ақша тапсам болады, қантып үйренсем болады, қантып бұның жолдарын білсем болады деген сияқты. Так что, достар, егер де ақшамыз азырақ болса деле, мұның башқа варианттары бар. Просто ойлануымыз керек, үйренуіміз керек, анан Құдайдан тілеп әрекетті қылуымыз керек. Құдай бір жолын табат, ашып береді. Анткени Наргиз деле жаңа баштап жатқанда бизнес баштап кеткенде ақшасы жоқ болчу. Өзі де айтып бердат, ойлонду толгонду жолдошума айтсам ба, айтпасам ба, айтып ақша алып тұрып, анан кейін ишен ішін ақтабай қалсам не болады деп толтыра баяғы бұл жерде сұрап отпай, қорқу болған ба деп. Конечно, болды. Айтап стресс болып. Даже вот, видите, аял. Помимо того, что я еще в декрете, в стрессе, то еще там по курсам, по Вайлдберрису, то есть тоже стресс болып там. Айтай мен оған переживать еткен, бірақ өзімді ішен ішімде жоғалтқан жоқпын, иншалла. Дағы айта кетсем, бұл бойт деген адамдар в целом өзінің өзіге программа салып қойшатты, бұл бойт екенінше. Өзіні өзіңіздерге еш қачан ішеніңіздерді жоғалтпаңыздар, дағы-дағы әрекет қылыңыздар, бұл болса башқа тармақтарды проба қылыш керек. Қашылам, қашылам. Анда ушул айтып атканыңа кошумча суроо да. Айталы стресс болдум деп атасың, ошол жакта декреттесең, ошол жакта башка проблемаларың бар, үй бүлөлүк жоопкерчиликтериң бар. Сен ушуларды кантип жеңдиң, кантип күнүңдү пландаштырдың, что балаң ач калбасын, бизнесиң токтоп калбасын, жолдошуң кечинде келгенде ужин даяр болсун. Менин именно үй бүлөмдөн ажыраган маал, это было только период, когда я ходила на курсы. Вайлдберристе эмнеси жакшы? Уйдем штейсинг. Отлично. Это очень удобно, да? Прям супер удобно. Там в день бери 2 сат, 3 сат штейсинг. Потому что вы работаете над одной категорией, подготавливаете одну категорию, и по ней только проводите анализ. И в целом, если вы не торопитесь прям быстрее, я хочу заработать, так, то можно будет поделить на дни. Вот это я сделаю в этот день, это сессию проведу в этот день. То есть планировка. Да, самое главное планировка. Это все надо записывать, чтобы в голове это все не перемешалось и у вас была чистая, так сказать, голова. Вот. Ясно. Вопрос. Мисалы сыртқа шығып қылып келіш керек болған жұмыстар бар да. Айталы дордойға барып келіш керек, жол болса цехке барыш керек, модель жасатыш керек, фотосессияға барыш керек. Ушул моменттердің барлығын өзің сама лично жасадың ба, же жолдошыңдың дағы жардан берген моменттер болды ба? Дордойға мен 7 күн қаттағанда башындачы, потому что қорқтым да, может я что-то не то выберу деп. Эртесі күні қайра барам, қайра ле ошол эле жаттан басам, қайра ошол нерселерді шупаю. Все равно чуть-чуть неуверенность же присутствует. Бірінші этапта, конечно. Из-за этого, да, из-за этого мен қызым менен барғам, честно сказать. Қызым күні сығында в коляске на дурдой. Қанша айлық? Так, ей тогда было 10-11, может, примерно так. Молодец. Вот. Дағы бір сұрау. Бұлардың бардығы материалыны қиын жылтар болтпай ба? Ошол жақта сен айтып отырсың, мысалы мен стресс болғам, арықтағам деп. То есть бұл іштің еще моральный жағы бар да, психологический жағы бар да. Мен ойымша кейбір қыз келіндерге да ұшы қызық болса керек. Міне бизнес қылып жатқанда же өзің тақыр қылып көрбеген бір іште баштап жатқанда ошол психологический барьерлерді қантып өттің? Какой-то бір методың бар біле, же дуа қылап білең, же намаз оқиып білең, же башқа бір неме бар біле дегендей. Менің емелерім жақшы. Постановка цели дейт. Так. Қойым, өзім постановка цели қылам. В первую очередь, самую большую, главную цель, бір-екі предложение, да, мен отырып дуа қылам. Вот до такой степени, что я должна почувствовать, что этот мир для меня чужд, что деньги, которые я заработаю по итогу, ничто. Я просто хочу жить эту жизнь. И только ради этого я прошу у Бога, чтобы я ничем не занималась, а что-то делала.
мен бир нерсе кылайын, азыркы учурда мен ушул нерсени кылгым келет деп дуа кылам да. В первую очередь. Потом прописываю себе, что я хочу получить. Как раз мен башында айтып кеткендей эле, самое главное самим себе задавать вопросы не только в постановке цели, кстати, мы же про психологию говорим, но и про то, почему я себя так чувствую. Почему я должна себя так чувствовать, как я хочу себя чувствовать. Так, круто. То есть самое главное для меня это задавать себе самой правильные вопросы. И недавно я брала поток на начало января, и я поняла, что я не успеваю. Я для себя задала вопрос, мне важнее обучить людей или же заняться делами, которые меня волнуют. И как раз, когда я на обучение ходила, как раз Береки Салавут Кундо, я поняла, что я внутри делаю что-то не так. Надо вот прислушиваться к себе, и тогда куда Зюсага не меджунатут. Чувство джунатут, да? Ты сейчас там, где ты должен находиться? Или не там, потому что ты однажды попросил у Всевышнего вот это хочу дать. И вот он из-за этого тебе пути дает. И когда ты чувствуешь внутри, что ты не там, то значит ты не на том пути. Не знаю, азыр бальким да я очень странно сирота, где кажется. Да, жан, нормально, сон на сирота сын. Вот. Өзім ұшында сұрау бердім, да, как раз ұшы оқытайын дегенде сұрау берсем. Мұндай бір ашшене келді, да, что мен азыр не то нерсе ғыл атқаным. То есть курсты башта атқаным, обучение башта атқаным? Именно оқучыларды алу атқаным, азыр тұра мес, емне үчін деген сұрауларды беріп баштадым өзімі. Потому что мен өзім товарларыма жетішпей там, кабинетім тияқта, уже слабый болып баштады продажалар. Что для меня важнее, деген вопрос келді. Затем я предложила своим ученикам других кураторов, которые, в принципе, отличные, возможно, даже лучше меня. Предложила им, вернула им их денежки. Даже если я прошла им уже пару уроков, в принципе. Вот. Отлично. И отменила их, потому что я почувствовала, что Всевышний сказал мне, что не нужно так сейчас делать. Иди вот сюда, иди вот туда. Да. И я послушалась этого. Вот. Айтқан сөзің бар алжа, да? Жан дүйне деген қырғызшада сөз бар ғой. Ошол жан дүйненің түркшесі виджан деп айтылады. А виджан деген сөздің тамыры арабшадағы важада деген сөздің келеді. Да? А важада деген сөз тау деген сөз. Бірінсен тау. А бұл жердегі сөздің түпкіріндегі мағынасы ұшыл да, егер де адам өзінің жан дүниесінің шындап ұққанды білсе, өзінің жүрегіні тыңшағанды білсе, анда жүрегі аға аңсыздар айтады да, қайсыл жолдың тура екендігіне, қайсыл жолдың тура емес екендігіне. И Наргиза айтып па, мен азыр может какой-то чужмесу депші, жоқ, шындығында бұл чужмес бұл деген шындығында соның нәрсе да, адам өзін ұққанды білуі керек. Мен кез-кез мен айтып қалам, ең жақсы диета бұл деген өзің ұға білуден, кәне ішінде денең дұққанды білсең, денең саған айтады, мұны жегім келеді, мұны жегім келіп айтады. И басқа жасауыздағы біздің қалауларымызда да ұшыл нәрсе болса керек деп ойлаймын да. Особенно аял зат үшін бұл важный нәрсе екен да. Аял зат бұл гүлде өтеді екен. Өзіңді ұқсаңшы. Өлік тұрады екен. Мен өзімді азыр салыштырып көрсем, 2021-2022 салыштырып көрсем, ай-ай-ай, прям апгрейд болдым да. Круто, круто, достар. Именно благодаря вот. Наргизаның әрбір жобын ұққан сайын, мен Наргизаның шақыруменен айтып тұра шешім қабыл алғандығын түсініп баратам. Вообще продажа бойынша да, бұл жақта продажа бойынша сұраулар бар. Мысалы, бұл жақта бір сұрау мен өзімнің сұрауымды қосып тұрып айтайын. Вайлдберристе сода болмаған емнеден болады дейді. Емнеден болмайды деген, бірақ емнеден болады деп айтса болады. Вайлдберристе неге продажа болмайды дегенде, бұл бір. Екіншісі деген, мысалы, өткенде Карина деген қызмен танышпадық па? Алматыда ше? Күнімдік продажасы. Айтпайды, мен бір күнде 1 миллион продажа қылбасам, түнімен ұйықтамаймын. Неге бүгін миллион продажа қылбадық деп ше? Сенің де өзіңнің какой-то бір KPI дейсіз бе, же какой-то бір стандарттарың бар ба? Қайсыл критерийлерменен менің саудам жақсы барата, же жаман барата деп чиналасың? Менің күнімдік заказдарым 100 000 рубльдан ұлдырақ болса, я начинаю искать причину.
Вот, круто. Вот. А если в продажах, то в день, если не больше, то уже начинаю трястись. Получается. Где домдош керек, где мені көрбей алышты, где мен кече имне кылдым, деген суроларды өзіме берем. Как всегда, суро берем өзіме. Тора суро беріш керек, тора жауап іздеш керек. Ең башқы мәселе, бұл сені көрбей атқаны, покупатель тебя не видит. Это самая вот такая логичная, базовая... Алгоритм, допустим. Да, алгоритм такой базовый. Вот. Неге сатыш болбайды, анткени сені покупатель көрбей жатат. Так. Биринчиси көрбей жатат, это самое вот главное. И уже потом идет, бальким сюрретіңіз не так, бальким отзывыңыз начар, бальким ақырқы страницаларда сот, ош сізді көрбей қалғанда. Дағы бір варианттар, SEO оптимизация очень важна. Чем больше у вас ключевиков, это вот Эльден Бар айтып келет қанынесе, чем больше у вас ключевиков, тем больше у вас продаж деген. Вот. Демек, мен сен тура түшінген болсам, сен деген мінтіп планға қойасын. Менікі бір күнде хотя бы 50 000 рубль продажа болыш керек. Ауа. Бұл деген сөз, құдайын бүрсі, айдын аяғында сен хотя бы 1,5 миллион оборот менен айды жауасын. Иншалла. Тура, а? Достар, ұшыл мүшлене жанатан бір сөз болтпай ба? Ұшыл жағын қараш керекті, мысалы, біз кез-кезі менен детальдарға көп көңіл бұры олауыздағы негізге мақсатты ұныты олауызда. Мысалы, SEO оптимизация деп чоқ отырар өзі, сүрет деп чоқ отырар өзі, бірақ мақсатыз тұра емес қойылып қалған болады. Мысалы, егер де біз мақсатты бір күнде мен 50 000 рубльдік продажа қылам десек, анан ұшыл 50 000 продажаны қылыш үшін не қылыш керек деген ой кетеді дағы, ойлардағы тұра тізмектеліп, плюс қылмышы керек болған іштердің дағы тізме сөзі шығады да. Мен 50 000 продажа қылып айтсам не болушы мүмкін? Фото начар болушы мүмкін, SEO оптимизация болып айтқан болушы мүмкін, реклама кетпей жатышы мүмкін, жетішті өлшімді VQ қылмай жатышы мүмкін. И ұшыл сұраулардың жолын іздеп атып, біз конкуренттерді анализдеп көреміз, біреуден консультация аламыз, YouTube-тағы видеоларды көреміз, форумдарды оқимыз, іш қылып, біз деген решениеге ориентированный ойлана бастаймыз. А бирок 20 штук выкуп кылдым эле, неге менин продажам кетпей атат? Сүрөтүн эле жакшы кылдым эле, неге менин продажам кетпей атат деген сөздүн эмне билесиңерби? Машинанын мотору иштебей жатат, биз деген дөңгөлөктү чукуп отурабыз да, дөңгөлөктү вроде как жакшы болсо эле кетет дедиңер эле го, дөңгөлөк иштебей эле, ой, дөңгөлөктү мен мыктылап жасадым, бирок машина кетпей атат деп. Конечно, же мотор кетип калган, же коробка кетип калган, же радиатор бузулуп калган деген сыяктуу да. Мужские темалар кирип кеттик. Айта беремиз, мужчины тоже смотрят. Ушул сыяктуу маселелерди баягы картина общий көріш керек, да? Картинаны общий көріп, ошоға жараша, қайсыл жерде мен оптимизация қыла тұрған болсам, менің продажаларым жақшырақ кетеді деп, бір жиынтыққа барыш керек. Вопрос? Дағы біреу бар екен, тоже саламатсыз ба, менің сұрап білейін дегенім, Wildberries-те қанты продажан көтерсе болады дейді, мұны жауап бердік ұқшайды деп ойлаймын. Нурила деген бюро сұраған, личное наставничество оның басын арзандатса болу. Бұл, сіз маған сұрау... Менің пока личное наставничество жоқ. Менде личное наставничество бар. Шо, онда сөз. Басын, азырқы үшірді мен как раз ақырқы миллионниктерімді оқытып шығарғанға ниет қойғым. Андан кейін полностью жазға өзімдің товарларым даярдағанға, өзімдің үйбілеуіме көңіл бөліп, балама көңіл бөліп, ошоға азырқы ұчырда уже немножко приостанавливаю набор на обучение. Вот. Наоборот, мен қымбаттағым келіп отқан. Чтобы планканы көтеріп үшін бе? Да, потому что... Почему? Потому что... Почему вам не хочется заплатить, ну, азрайта кетсем, өзімдің личный наставничеством 50 000 сом тұрат. Вот. Почему вам не хочется заплатить 50 000 для того, чтобы в дальнейшем зарабатывать миллионы? Вот. Ауа. Ушындай неме, да? Установка. Почему кто-то опыт свой нарабатывал, да? Вот эти стрессы проходил, переживания, искал для себя ниши, да? Все это подготовил для вас, то есть вы покупаете чужой опыт, да? Да. Из-за этого, в принципе, я думаю, цена, в принципе, приемлемая. Меня учат, да, Игорь, или у меня личное наставничество было? Ну, с результатом гарантированным, да? Круто.
кротта. Ушел срок, окшаш бир срок, тай-тай шоп деген бир катал ушел сыраган. Саламатсызбы, офлайн жана онлайн канчадан басы дейт? Менде онлайн жок, анткени мен на практической основе, на основе одного товара, который мы вместе выбираем в начале, ушел менен на практике, алпарамда он офлайн, онлайн жок менде. А, шнипту тугандар, а офлайнын басы канча? Офлайн азырдан айтып кеткем. То есть пока что притормаживаем, э? Бирөө суроо сураган Жумабаева деген, на одежду нужен частный знак. Как его приобрести? Бул жерде частный эмес, честный знак болчу. Честный знак, да. Честный знак – это маркировка товара. Это когда ваш товар проходит путь, информация о вашем товаре, о том, какой он путь проделал, пока появился на складе. Этот вопрос касается не только самих маркетплейсов, но и границы, перехода границы в целом. Только что мы с куратором как раз сураган, честный знак бойынша. Ал айтышы бойынша, Wildberries негизи өзіңіздер білесіздер, такой не принципиальный по документации, не принципиальный со слабым сервисом, да? Вот со слабыми системами здесь было, да? Так. И я не думаю, что в первый период февраля он будет прям запрашивать, потому что пока что для кыргызстанских ОСО и ИП сложно, невозможно, да, получить логический честный знак. Пока что. Да. Он доступен для россиян, российских ИП и ОСО. Также есть лазейки для того, чтобы его получить, честный знак. Ну, об этом я рассказываю на своих курсах. Давай поедем. Беру курсы, мужик, полот поедем. Пока что так, да. Хорошо. Тогандар, честный знак там, да, жалпак тіл мен айтыш керек болса, чо? Бірегі жағат, бірегі жақпайт, мен толып, қанчалық жақтырам, қанчалық жақтырпаймын, деле түшінерекін, бірақ честный знак дегенің логикасы мұндай, да? Мысалы, 500 штук товар шығардың ба? Мамлекет ұшыл 500 штук товарды, қаяққа сатып отасың, қаяққа жөнелтіп отасың, контрольді ұғысы келеді. Контрольді ұғысы келген үшін әрбір шығарылған товарға бір знак беріледі. Ошол товарды қаяққа сатылып отады, қаяққа кетіп отады, ошоға жараша баяғы видеалы деп қояды ғой, налог төленіш керек та. Бирок Наргизадағы айтқандай, Кыргызстандағы, Wildberries-тағы бұл честный знака прям болмаса болмайды деген бір барьер қойып қойған емес. Ошон үшін кейде сұрап қалышы мүмкін, кейде сұрамай қалышы мүмкін. Егер де жаңа баштап жатқан болсаңыздар, процесті өте таталдаштырбайды. Бұл немені мынтай олан төрсеңіздер болады. А Кыргызстанда тендер бойынша Мегаком ұтып алған туралы. Кыргызстанда честный знакты бір ғана Мегаком береді. Азыр негизи бир нерсе мени сатам чыгам Wildberries-ке десеңиздер, можно продавать одежду, которая не попадает под честный знак. Ага. В основном это второй слой одежды, а под маркировку попадает эко-кожа, нательное, да, нательное белье, обувь и прочее. Ага, круто. Так, жакшы атабыз. Назгүл дизайнер деген бір қатталушы сұраған достар, жолдошым така чават дейді. Така чават дегені аттың такасы ой, же аттың такасы, хорошо. Жолдошым така чават, ошоны ФБС менен Wildberries-ке алып шықса болуы кеңеш берекетіңізші дейді. Сен өзің пікірінде, мен өзің пікірінде. Болу тоқшой, ал жөнінде мен подробный информация, ал кемекен, азыр біле алғаным жоқ, түсінгенім жоқ. Анкені ФБС системасында ар бир адамның мүмкіншілігі бар шыққанға. Анткені ал жақта вложение деле көп керегі жоқ. Проба қылса болады нишаларды. Анткені мен ұшыл байкені білбегендіктен мен прям айта албайм, шықса болуы деп болбайбы деп. Это какой-то такой вопрос. Біраз тупик сұрау ба? Да. Бұл мәселе үшін менің мұндай бір пікірім бар да, тоғандар. Дордой Плазада итальянский бір бутик бар, скандал деген. Вообще модельден түшүнбөгөн мен деле скандалдын ошол бутиктин ичине кирип модельдерди көргөнүм шилекем агылат да, блин, ушунча круттай модельдер, ушунча круттай баягы платьяларды көргөндөчү. Анан кайсы бир жолу ошол бутикке кирип ичинде Nomad Style деген бир Nomad Fashion деген бир журнал көрүп калдым да. Nomad дегенде көчмөндөр деген сөз. Италия же болсо Америкада бирөөлөр
көчмөндөрдүн стили менен ичинде баягы журналды барактап көрсөм, ичинде чындыгында кадимкиле биздин көчмөндөрдүн стилине алар деген аябай сонун мода кылып, сонун-сонун моделдерди чыгарып, сумкасы дагы бар, клатч дагы бар, платьясы дагы бар, комбинезону дагы бар, башкасы дагы бар, бардыгы көчмөндөрдүн стилинде да. Муну эмнеге айтып атам достор? Биз көчмөн элбиз жана биздин улуттук баалуулуктарыбызга тиешелүү болгон товарларды туура дизайн, туура упаковка менен сата турган болсок, мунун дагы өзүнүн аудиториясы бар. Мисалы, биз үчүн жөнүнө көрүнгөн бир оюн чийме Россиядагы бир кардар үчүн бул какой-то бир шедевр, какой-то бир деме болуп калышы мүмкүн да. Анча-мынча Россиядагы бутиктерден же ошол Москвадагы сумнан таппай турган бир кийим болуп калышы же бир оокат болуп калышы мүмкүн да. Андыктан эгерде туура маркетинг, туура дизайн, туура упаковка кылсаңыздар, жөн эле така эмес да, жөн эле темирден така эмес, аны Россиядан деле тапсаң болот. Бирок кандайдыр бир немеде УТП деп коет маркетингден, уникальное торговое предложение деп коет, мындай товарыңарды башкалардан өзгөчөлөнтүп турган уникалдуу бир өзгөчөлүгү бар болсо, неге болбосун да? Мен эмнени ойлодум, бул именно адам өзү чыга алабы деп ушул вопроско жооп бердим да менчи. Именно маселе така, аттын такасы. Всё. Понятно. Так что тогондор, номад стайл же болбосо көчмөндөрдүн мода түшүнүгүндө өтө сонун потенциал бар. Итак эле муну кыргыздардан деле колдонуп келаткандар бар достор. Кийинки суроо достор, Айнура Алишерова деген бирөө сураган. Башка Wildberries окуучулардан өзгөчөлүгү кандай Наргиза ханымдын? Туура суроо экен, анткени бүт эле наставниктердин программасы окшош. Ага. Именно обучу этому, обучу тому, выйдем на Wildberries, будем делать продажи деп деген программа болот негизи. Негизинде мындай поверхностно айта кетсем. Но я именно базируюсь на том, чтобы выбирать вместе товар индивидуально. Выбирать, вот самое первое, что мы сделаем, когда мы встретимся, это начнем с выбора товара. И на базе этого товара будем проходить практику. Кое-что даже мен окуучуларым мындай кылышат. Несмотря на то, что мы индивидуально курс алып, бир товар тандап, Wildberries-ке чыгып, продажа кылардан астын, алар өзүнө дагы бир товар параллельно киргизип алышат да. И пока один товар они делают вместе со мной, ага. Да, выводят на маркетплейс, делают продажи, они самостоятельно другой товар тоже на сразу параллельно свой опыт практикуют на этом втором товаре. Бул жакшы жаманбы? Бул жакшы. А, жакшы. Албетте жакшы нерсе. Значит, жана дагы сөз учурунда айтканда Наргиза мага жакты да мындай. Прям конкретный бир товар тандап алып, ошол товардын үстүн иштегенче, мындайча айтканда курсунун балким 90% именно практиканын үстүндө да. Жөн эле теория эмес, именно да. Практиканын үстүндө. Бул менин оюмча аябай маанилүү бир көрсөткүч. Так, Наргиза, бая кыздын 40 чачы уулуу дегендей, мен биринчи немени биринчи подкастты сен менен кылайын дедим эле да. Бирок сен Индияга кетип калбадыңбы? Анан Индияга сөзгө кирерден мурун мен бул жакта бир суроо калыптыр, ошону сурайын дагы, анан кийин Индияга кетип калалы экөөбүз бирге. Кыргызстандан продукты сатканга кандай карайсыз? Мисалы кургак жемиштер дейт, сухофруктуга кандай карайсың дейт? Сухофруктуга жакшы эле карайм. Ага. Кыргызстан өзү как раз таки именно юг тарап. Ага. Бул нерсе менен өнүгүп келатат. Өркүндөп дегендей. Можно попробовать все, но учитывать качество, сроки, потому что все-таки есть сроки годности. Как раз ДБС система деп аталат продукты менен торговать эткен направление. Короче, достор, мындай маселе да, могу карантин болду го. Карантин болуп, элдин баары ковид болуп, ооруп бир сыйра айыккандан кийин бүтүндөй дүйнөдө аябай чоң тренд болгон нерселердин бирөөсү бул деген онлайн жумуштун жанында ден соолук болду да. Каалбасаң каалабасаң деле элдер деген туура тамактаныш керек экен, иммунитетти көтөрүш керек экен, органикалык тамактарды көбүрөөк жесең ооруп калсаң деле батыраак айыгат экенсиң деген ишенимге кирди да. Ошондуктан деле Wildberries-те албетте сухофрукты болсун, органический питаниялар болсун, буларды бир вариант катары караган жакшы. Бирок көңүл бурушубуз керек болгон сөзсүз көңүл бурушубуз керек болгон нерселердин бирөөсү, так как тамак деген адамдын ичине кирген нерсе болгон үчүн бул жерде сертификаттар кымбат болот. Сертификаттарды алыш кыйын болот. Бирок эң жакшы жерлердин бирөөсү достор, возврат минимум да.
анткени силер бир өрүктөн жасалган бир типа шоколад жөнөтсөңөр, анын жарымын жеп туруп, жарымын возврат кылбайт. Бая процент выкупаемости максимальный деген сөз да, достор. Анан раз тамак келди, биз деген Индияга жөнөдүк Наргиза менен. Жегендерин ичкендерин сага аш болсун. Рахмат. Индияда эмне кызыктарды көрдүң? В первую очередь, Индияны эли деп айтсам болот. Дегиле кантип барып калдым? Мен таңалып калдым. Менин жолдошумду форумга чакырышты, инвестиционный форум Индияда. Болгон Индиядагы инвесторлар, болгон предпринимательдер, заводтор, прям перечислю, да, допустим, производство машин по производству чипсов. Вот так, да? Например, да. Вот прям бүт-бүт тармактарды захватил этот форум. Ал жакта абдан жакшы даярдык көрүшүп турлар. Там было около 1000 и более человек. То есть павильон. Да, это прям вот построили шатры, построили даже вот маленькие такие домики построили для того, чтобы показать строительство, да, например. Туда привезли, поставили новые автобусы, да, вот до такой степени машиностроение жагынан в основном и текстиль жагынан форум болду. Вот. Машиностроение, текстиль. Да, парка. В основном, да. Но там еще было очень много мелких производителей. Для них они мелкие, для нас это крупные, да, производители. Абдан сонун адамдар менен тааныштым. Индиянын эли аябай мындай ачык, карабой жок, честный, дагы кандай правильный адамдар экен, да? В основном жан дүйнөсүнүн суроолоруна жооп берип жүргөндөй, өзүмдөй, короче, жооп берип жүргөн адамдар да экен, да? У кого что болит деген. Не, чын эле ушундай экен. Они не будут смотреть на себя, во что-то одет. Они им даже, сен бир нерсени туура эмес айтып койсоң деле, алар үчүн басып кете берет. Басып кете беришет, да? Неме эмес да, мындай неведливый, он тупица, да, например, да? Деп айтып салышпайт, если что-то неправильно, да, сказать, да. Очень, в общем, так, вот здесь обрежьте, пожалуйста, что-то я как-то... Жок-жок, сон, бир сторисинде көріп калды мене, да? Ошол, как раз форумдан болгон бир отрывокту койып туруп, ушунча жаңы нерселерді көрдім, ушунча жаңы маалыматтарды алдым, ушунча мен үчін новшество болды. Мен жарылып кетейін деп жатат, мен мұны отырып алып, ойларымды біраз ереттесем болбай қалды деген сияқты бір мындай. Көрініп тұрады да, что взрыв мозга болып аттында деген хабар болыпчы. Прям ошол жақтан бізге алып келіш керек екен, же сөз түрді мұны Бишкекке барып жасайын дегенде қандай идеялар келді? Именно жолдошым өкөбүздө там были строители ГЭСов, да? Строители ГЭСов. И мы вот планируем, иншалла, в будущем с ними сотрудничать, чтобы открыть ГЭС у нас в Кыргызстане. Вот эту идею мы привезли, да? Круто. Помимо этого еще рассматривали вариант чипсы, производства чипсов, потому что у нас картошка – это прям первый продукт потребления в нашей стране, да? Вот. Да, вот дегенде. В основном то, что нам понравилось, это вот только это. Но помимо этого у них было еще, они были, там были еще производители игрушек, сухофруктов, вот как раз таки. Специи, в основном они, кстати, специи тоже хорошо делают. Да, вы... Медицина, кстати. Медицина, да? Точно. Медицина, а его о чем Индия, да, Уникон Тармак. Айлай Уникон Тармак. Мы как раз познакомились там с одним владельцем клиники. Безорёгомс, Индианы клиникасы, ОДЭП. Мы пошли туда и в их клинику, да, на тур, да, на чайтман, да. Алжақтағы условияларды көріп, очень ойлонуп қалдық, да, шүгір дедім. Алардығы жаман бүгін. Ола. Жаман десе болот, но алар образование жағынан жақшы, да, еліче. Но условия жағынан
у них прям очень сложно все. И антисанитария, да. У них улицы чистые, но больницы, заведения, остальное все грязное. Именно грязь черная. Но именно мусор, который лежит, его не было. Ясно, ясно. Достар, мұндай мәселе барда, кругозор ретінде бөлішіп кеткім келеді. Мысалы, біз деген дүниенің ең чоң производство қылған өндірген өлкесі Қытай, Қытайда барлық нәрсені шығарса болады деп айтып келеміз ғой, бұл шындығында тура, бірақ ошол эле учурда чы Индиянындагы сөз түрдө бир вариант катары карашыбыз керек да, анткени жакынкы жылдары же уже болушу мүмкүн Индиянын калкы Кытайдын калкынан өтүп кетти же өтүп кеткени калды, бул бир. Экинчиси деген менин толтура таныш бизнесмен байкелерим, тааныштарым бар, булар деген кез-кез менен Индияга барып келишет дагы, ошол жактагы потенциалды айтып бергенде чындыгында биз эмнеге Индияны бир вариант катары карабай жатабыз? Ойлонуп каласың да, анткени мисалы Кытайга барып иштешиш үчүн же Кытайлар менен иштешиш үчүн каалабасак деле Кытай тили барьер, бирок индустардын дээрлик бардыгы англисче билет. Биздегилердин дээрлик бардыгы орусча чуть-чуть болсо да билген деле, дээрлик бардыгы индустар англисче билет. Анын жанында Индияда өтө көп заводдор, өтө чоң обороттор менен объемдор менен иш кылып аткан өндүрүш жерлери бар да. Плюс бизге жакын. Билеттери да жөнөкөй, коммуникабельный. Вот. Андыктан баягы мен неге кайра-кайра басым жасап Индияга барып келгенин айтам, анткени достор, мындай маселе бар да. Кээде бир саякат бир жылда ала турган маалыматты 3-4 күндө алганга же 10 күндүн ичинде алып койгонго жарай турганчалык же ошончолук адамга дем күч бере турган бир нерсе, бир иш чара да. Ошондуктан баягы кругозор эмессиң десеңер, көбүрөөк адам менен таанышып, анан көбүрөөк саякат кылганга аракет кылышыңар керек. Мен деле мисалы жанагы неме бар го, кантонская ярмарка бар Гуанчжоудо жыл сайын болот, бирок могу ковидтен кийин бара албай калдык да. Ошол жерде 1 миллион компания катышат да. Кытайдын дээрлик бардык компаниялар ошол жакта катышат. Бир таанышым бар эле именно лампочкаларды караганы бардым дейт да ошол жаккачы. Анткени мени жөнөткөн компания, менин иштеген компаниям лампочкалар менен иштейт дейт. Бир күндө 17 километрден басып аттым дейт, орто эсеп менен телефонду коюп алыпчы. Бир күндө 17 километрден басып жаттым, ошентип 15 күн жүрдүм. И кантонская ярмаркадагы лампочка саткан павильондорду кыдырып бүткөн жокмун дейт да. Канчалык чоң масштабтагы бир неме да, дүйнөнүн эң чоң ярмаркасы. Азыр бир гана онлайн болуп калды, бирок кудайым буюрса кайра дүйнө өзүнүн огуна түшүп оффлайн дагы барганга мүмкүнчүлүк болуп калса, сөзсүз түрдө баргым келген нерселердин бирөөсү да. Кытайда окуп жүргөндө барбай калыптырмын тилекке каршы, бул жака келип алгандан кийин аттеген эмнеге барбадым деп өкүнүп калган нерсем да. Наргиза ханым, менин оюмча аябай жакшы болду. Менин оюмча аябай интервью жакшы болду, кызыктуу болду. Анан бунун ашыкча жерлерин кесип салсак биз үчүн эмне чындыгында кызыктуу бир эме чыгат да. Менин көрөрмандар менен да бөлүшкүм келген негизги нерсе ушул болчу. Жаш кыз үй бүлөсүнүн жанында, бизнесинин жанында, баласынын жанында, обучениянын жанында өзүнүн психологический жана материалдык жашоосун үйрөттүп, мындай бардыгын бир алып кете ала турган бир кызды көрсөтүү, сени менен сүйлөшүү биздин кыз келиндерге, биздин мекемдештерге чындыгында пайдалуу болот деген ойдомун. Ишеничтемин тагыраагы. Наргиза ханым боюнча сиздерди кызыктырган суроолор болсо комментарийге жазсаңыздар. Биз дагы чыгарган видеолорубузга сөзсүз түрдө Наргиза ханымды отметка кылабыз. Ошол жакта Наргиза ханым өзү дагы жооп берип турат. Азыр болсо эркин микрофон менен Наргиза ханым айта турган сөзүм көрөрмандарга кайрыла турган бир немең болсо. Именно аялдарга мен кайрылуу жасагым келет. Азыркы заманда аялдар менен эркектин укугу тең болуп баратат. Анткени мурда эркек оокат кылып үйгө алып келип калганын аял жасачу. Азыр болсо эркектер деле аялдарына жардам берип экөө бирге жашоого болгон максаттарына умтулса, ошондо бетер жакшы болот экен да. Эселем жакшы болот буюрса. Вот, аялдар азыр именно моу 2 жыл уже өнүгүп келатат. Буюрса. Бир аз ичинде койгон стереотиптери жоголуу, анткени кыргыздарда бар да стереотип, мен бала багышым керек, мен там туугандарыма чай беришим керек. И вот такие мелкие жумуштарга аябай энергия көп коротуп салат экен да аялдарчы. Но если посмотреть, если бы вы относились к этому не как к обязанности, то что
мен обязательно бул нерсен кылышым керек, мен бул нерсе менен эле алекмин деп, а постараться найти выход и для себя, и думать о себе. И в таком случае вы сможете и помочь себе, и помочь мужу для того, чтобы обрести более лучшую жизнь, чем сейчас. Вот. Эч качан аял өзүнө чек койбош керек. Азыр как раз ушул маал өнүгүп бараткан. Мен даже как раз форумда бир сонун эже деген эже бар. Ошол айтты. Ну, билбейм, менимче тең-тең эле, бирок анын айтымы боюнча, азыр матриархат жакындап келе жатат деп айтты да. Мен ойлойм, тең-тең эле негизи. Просто именно кыргыздын кыздары, аялдары уже болгон канча жылдан бери ойлоруна салынып аткан кызмат нерсесин экинчи планга коюп, биринчи планга өзүнүн өзүнүн жумушун, өзүнүн үй бүлөсүн койсо, ошондо ар бир ячейка общества бактылуу болот и семьи будут крепче. Отлично, отлично. Достор, биздин экинчи подкастыбызды жыйынтыктап жатып айтарым ушул. Биздин коомчулукта деле, диний түшүнүгүбүздө деле аял кишинин үй бүлөнүн очогу болуп, үй бүлөнүн котуну жандырып тургандыгы, балдарды тарбиялагандыгы, балдарды туура тарбиялагандыгы бул орду толтуруусуз нерсе. Эч качан мен Наргизанын чакыруу менен үй бүлөнүн тыштагы аялдар короче шымаланганга да кеттик феминизм өнүккүлө деп ойлоймун. Бирок эң маанилүүсү ошол өзүбүздүн улуттук баалуулуктарды сактап калуу менен кошо азыркы замандын талаптарына жараша, замандын берген мүмкүнчүлүктөрүнө жараша башка нерселерди да кылсак болот дегеним. Өзүмдүн эркек мекендештериме, инилериме, байкелериме кайрылып айтарым ушул. Эгерде аялдарыңарда кандайдыр бир потенциал көрүп жатсаңар жана бул потенциалга силердин берип отурган жардамыңар болсо, жардамды берип койсоңор, аны сиздер Алланын аманаты болгон аялдарыңар силерге дуа кылбайбы, силерге ыраазы болбойбу. Эгерде башын ачып көчөгө чыгып кетпесе, же болбосо ураан чакырып митингге чыгып кетпесе, адал чөйрөдө жакшы шарттар менен бир жумушка турган болсо, эмнеге ага шарт түзүп бербейбиз? Алардын деле бир жашоодо бир жеткизгерген максаты бардыр, бир проба кылып көрө турган нерсеси бардыр жана бул нерселер үй бүлөбүздүн ичинде дагы жакшы бир маанайдын, жакшы бир атмосферанын пайда болушуна себепчи болушу мүмкүн да. Ошондуктан сен аялсың, жапозуңду үйдө отур дегенден көрө аялдарыбыз менен баштап отуруп, сенин жашоодо жеткиндирген бир нерсе барбы, буга менен жардам бере алган бир нерсе барбы деп туруп баштап жөн эле сүйлөшкөндү, андан кийин аялдарыбызга поддержка бергенди үйрөнсөк баарыбыз үчүн, коомубуз үчүн жакшыраак болот эле деген ойдомун. Достор, кийинки подкастты ким менен кыларыбызды пока билбейбиз. Билбейм, чече элекмин. Бирок сиздерде кандайдыр бир варианттарыңыздар бар болсо, комментарийге жазыңыздар. Убакыт бөлүп, конокко бараткан экен, конокуну жылдырып коюп, бизге келип берген Наргизага чын жүрөктөн чоң рахмат. Өмүрүң узун болсун, үй бүлөң менен бактылуу бол, дүйнөдө башталган үй бүлөлүк жашооңор бейиш менен улансын иншалла. Материалдык жактан дагы, моралдык жактан дагы миллионер болуп жүрөр иншалла. Амин. Рахмат. Рахмат сизге. Чоң рахмат. Алейм, сонун болду. Сен менен 200 маалды өткөзүп жүргөн. Шашпай кофени чалар. Чын эле нормалдуу болду бу? Жана сонун. Мен оюнча.